Парни, всем привет, с вами Винни. Сегодня мы снова на сайте CSCase. На балансе у нас 18 552 рубля 98 копеек. Сейчас вкратце расскажу, что за сайт, как можно поднять халявку. Смотрите, есть апгрейды, очень хорошо заносит. Очень хорошо заносит тут контракт. Есть также ежедневная раздача. Когда крутите колесико, просто чуть-чуть поехали. И x полтора умножения пополнения, отлично. Вот мы и выбили бонус, но также вы можете нажать кнопочку пополнить. Ввести вот этот промокодик и будете лутать 50% пополнения бонуса, 50. А также можете открыть вкладочку заработать и создать свой личный промокод. Эта вкладочка появляется, переходя по моей ссылке. Ссылочка будет в описании обязательно. Также у парней всегда работает поддержка, очень много различных кейсов, всегда можно купиться. А также имеется телеграм-канал, перейдя в который и подписавшись, вы получите очень-очень много кэша и халявы. Так что, парни, заходите, обязательно подписывайтесь. Там очень много халявы, всякие промокодики и всего очень много. Ну что, переходим к открытию кейсов. Надо сегодня потратить 18 тысяч. Да. Давайте дроп склад. Сразу 10 штук открываем. Ну, чуть-чуть не окупились, ничего страшного, полетели дальше. Давайте какой-нибудь дорогой кейс открыли. Давайте лучше кейс, CSGO. 10 штук открыть, полетели. Очень неплохо. Очень неплохо. Ну, все равно чуть-чуть ушли минус, ничего страшного, полетели дальше. Давайте топ кейс, 10 штук открыли быстро, 2000 тратим, 900 получаем, неплохо. Так, что у нас еще имеется? Давайте мстителей, 10 штук открыть быстро, 3200, неплохо. Ну, давайте напоследочек откроем какой-нибудь кейс читер, 10 штук открыть быстро, 3500. 300 получаем, неплохо. Идем в контракт и начинаем с дешевых контрактов. Первый контракт 120 рублей, создаем контрактик. 95, неплохо. Полетели следующий контракт, 600 рублей, открываем. 190, чуть-чуть не окупились, полетели дальше. Кейсик, контракт на 1400, создать контракт. Ой, ну тут чуть-чуть, конечно, чуть-чуть забанкротил контрактик. Но ничего страшного. 2800 контракт создаем. 700 рублей. Ну это уже что-то из приличного. Следующий контракт у нас 5500. Создаем контракт. 2000. Ну и давайте последний. 6000. Создать контракт. 4600. Вот это неплохой. Это дюглец, я думаю, себе заберу. Так что, парни, не забываем про все ссылочки. Телеграм обязательно подписываемся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.